Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как всегда, трешечок. Поменьше сегодня вам видосиков заснимал, не было немножко времени, дела. Вчера мы неплохо постримили, поразвлекались, покачали героев. Как видите, у меня сегодня сила выросла еще больше. Почему? Все потому, что я опять же использовал админ-панельку и получил новые плюшки. У меня наконец-то практически в топ уже прокачаны все новые башенки. Ну, то есть скины на башне. Сейчас мы, в принципе, после этого видосика я докачаю уже себе ратушу на максималку. Также у меня уже докачаны все основные башни, как видите, 10 уровня. Ну и надо будет еще обычные, я уже получу третий скилл. Ну и потом буду определяться с гарнизоном. Силушки, как видите, уже 740. На русском сервере это нереальное было что-то, чтобы получить эту силу. Сегодня у нас кристальный сундучок есть, топовый рынок. В принципе, кто хочет, может зайти посмотреть. Также такой вот хрустальный. Немножко тут порезали камешки в хрустальном, но зато есть нужный мне скин. Открывал сегодня 15 вот этих опять сумок, и просто ни одного скина не выпало. Думал, что хотя бы один или два, и мы бы уже потестили, посмотрели на новый скин. Нифига не упало. В общем, есть пират, но пирата я вам заснимать не буду, показывать. Пират тот же самый, который был. Топовый пират, как на меня. Я вот с первой тычки сегодня вытащил скин на Сурика сразу же, то есть камешки. В общем, для бездоната и сумки, как видите, с прошлого 13 штук натащили. В общем, неплохо здесь падает. Жить можно, скажем так. А мы сегодня будем просто ролить. Нам надо там заролить, сколько сейчас посмотрим самоцветов. Посмотрим, какие шансы сегодня у нас на роллинг. Так, 30. 35к нам надо заролить. В общем, вот так вот. Как обычно, вы знаете, что я ролю на английском по трешечку. Мне здесь герои не нужны. Там уже скоро у меня трифит уже собран. В принципе, да, и новая героиня тоже скоро осколками уже будет собрана. Сегодня тоже неплохо упала. Вот уже 130. Есть, возможно, вторую качну. Посмотрим. Герой очень интересный. Да, он не настолько универсальный, как ожидалось, но, блин, ребята, я вчера показывал, мы на стриме бегали древние, я мучился, и я все-таки их прошел без Атланта 39. Честно говоря, вообще просто налегке прошел, поменял немножко составчик. Так, тут у меня не тот немного состав. Сейчас. У меня был составчик. Сейчас вспомню. Так. Этого нету. Тедна. Так. Так, Махатма. Да, вот такой вот состав. И этим составом, в принципе, я прошел. Причем прошел, в принципе, не напрягаясь. Теперь 40-й, ну, дальше уже, думаю, будет все полегче. Ничего сложного не будет. Также у меня сегодня уже, ну, я вам показал, что сила выросла. Я прокачал еще пару прорывов за счет акций хороших. У меня уже прокачаны, кого мы там сегодня качнули. Ара 20, тоже пишите, хотите увидеть обзорчик, пишите в комментах. Получился вот благодаря Аре, кстати, 39 затащил очень быстро. ПБшку мы вчера качнули, Драйка вот докачиваю, ну еще кого-то сегодня качнул. А, я Финку качнул. Вот так вот, и ПБшка есть еще, поэтому сделаем на них тоже обзорчики, думаю. Завтра, послезавтра у вас опять будут топовые герои. Так, рынок, ну тут не весь у меня, я уже вот эти вот позабирал, как видите, дофига уже начинают продавать. Огник вообще копейки, 60 баксов можно собрать огника, даже дешевле.
такие вот акции. Ну, тут, по сути, уже ничего, в принципе, мне не надо с них. Единственное, только камешки собирать и скины. Также здесь есть одна из топовых акций Shopping Spree. Скидки. Только не такие скидки, а от которых вы офигеете. Посмотрите, 400 камней уже дают. 250, 160, 150 осколков. Ну, то есть, чтобы вы понимали, за полпака вы по-любому там либо собираете огника там. Ну, короче, кучу героя можете собрать, кучу разных плюх. Вот, кстати, башенки, ну, мне все равно их не хватит. Даже если все 10 я закуплю, то получится, что, у нас 300. В принципе, надо будет подумать, посмотреть, может, и их заберем. Не будем там покачивать, а прокачаем уже на максималку полностью все здания и посмотрим, что же все-таки будет. В общем, вот так вот. Слива сегодня на битве гильдий тоже. Честно говоря, я удивлен, очень много. Я не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, связано это с новым героем на дефе. Ну, тут просто через слива 25 человек всего лишь прошло, с них где-то человек 12-13 слилось. То есть там сливы нереальные просто. В общем, вот так вот. Так, окей. Let's go, let's go, let's go, let's go. Поехали, поехали ролить. 35к, короче, до 400 по 150. Посмотрим, какие же тут все-таки шансы вытащить нормального героя. Что-то вообще печально. Я уже не раз вам показывал, рассказывал. После АТМ новые ролинги мне вообще перестали нравиться. Ну, реально падает. Фигня, смотрите, снова. Смешно просто. Так, ладно, давайте по 450. Не будем томиться. Ниндзя. Купидон. Смешно, конечно же. Череп. Да уж. Жизнь, боль, ребят. Реально как-то хреново стало падать, не знаю. Хотя бывали, я вот ролил пару парням, нормально падало. Но, как видите, сейчас это просто жесть. Нифига толком не падает. Да и плюс анимация это, но немножко не нравится. Мне вот многим не нравится. Где укротитель? Ну, как видите, даже ничего толкового не падает. Ну, гаргуль такое себе. Что-то вообще печаль, печаль прям. О, стрелок был. Ну, хоть стрелка вытащили. Хоть это радует. Ну, что могу вам сказать? Как видите, не знаю, пишите в комментах, может, у кого-то лучше, но я очень много ролю. Я надеюсь, что на коллекционера будет падать, потому что у меня все в основном роллинги на коллекционера. Поэтому, кто желает, пишите, кидайте заявочки. Будем пробовать. Но это печально, ребят. Это все очень печально. Так, давайте еще на китайку забежим. Хочу посмотреть, потому что не забегал, только заехал. Посмотрим, что здесь поменялось. Может, что-то интересное есть новое. Потому что я в основном занят сейчас английским сервером, как видите. Все идет туда. Ну, такое себе. До сих пор нового героя не продают. Видите, только на английском начали продавать. Ой, у нас, блин, у нас же сегодня была битва гильдий. Я ее не прошел, походу. Да, с вчерашним стримом тупанул, реально. Печаль. Ну, все равно первое место. Мега туп прохождение битвы гильдий. Да, жестко, жестко.
Повезло. В общем, вот так вот, ребятушки. Так, а что тут у нас с архидемоном делается? Опять тут проспали. Так, что-то новое добавили. Тут отрату. Может, новая акция. Вот так вот, ребят, пишите комменты, подписывайтесь, пишите следующего видосика с прокачкой башен, разбором башенок. Мне надо срочно поговорить там вам. Приятного просмотра следующего видоса, очень познавательно. Все, всем удачи, всем пока.